Жень, привет. Абсолютно. Я буду стрелять по всем. Камера, камера, улыбаемся. Начали! Девочка наша. Да ну ладно. Господи, ну все. А тебе нет! Лайк вам! Обликнулся. Минут 10 у нас. Ребят, у нас готовность. 3 минуты. Вот отсюда уходим. И начинаем снимать. По свету хорошо все. Камера. Мне так нужен твой совет. Ваня, ночью в тебе нуждаюсь. Давай засунь. Салфетки мы туда глубже засунем. Топ. Прям класс. Поправим волосы чуть-чуть быстро. Я уже не могу, я устал. Друзья фотографы, спасибо большое. До свидания. До свидания. Когда мы уходим, у нас акцент на любовь. Чуть-чуть больше вот это. Камера. Средний план такой, фикс, проводим, бла-бла-бла, бла-бла-бла, проводим. Значит, у нас первая точка, раз. Начали. Хорошо, идешь, 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 идешь. Идем сюда, бла-бла-бла-бла, тут уже в спину ты пошел, да? Значит, этот дергаем туда, стол чуть-чуть. Да! И кладешь трубку! Да ёб твою мать! Хороший ты мужик, Мигель. Словно ветер не бросаешь. Сейчас мы будем снимать приход подруг. Не, еще. Спасибо, здесь снято! Молодой человек в библиотеку. Сегодня мы снимаем клип на мою песню, называется «Подруга». И в этом клипе я решила объединить всех своих подруг, с которыми я всегда испытывала различные эмоции. И сегодня эти эмоции, наверное, даже зашкаливают. Нам одновременно весело, грустно, зажигательно, смешно. И хочется сохранить это настроение, чтобы каждая по-своему запомнила это, наверное, через так лет, так 20-30. Посмотрели клип наши дети, может быть, даже внуки. И так прям тоже за нас порадовались, что можно так отрываться, радоваться жизни и просто любить друг друга. Бару мы сцену снимаем. А что снимать-то будем? Синхрон. Оля, быстрее синхрон снимаем! Подождите же вы, женщину, забыли. Готовы к синхрону? А что делать? Сейчас я включу песню, будем подпевать. И сегодня... А что делать? Есть еще одно мероприятие, помимо клипа. Я сейчас передам микрофон вам всем. Вот, и вы поздравите свою коллегу. Наташку, подругу. Они подъезжают на тележке, эй, Санта, бла-бла-бла, типа уезжаем, скач, чикс, разбегаешься, тут перепрыгиваешь, ну или вот так пробегаешь,
вы убираете скейт, она прыгает к вам в телегу, и вы всей толпой убегаете вот туда вот. Давай быстрее, 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 быстрее! Оборачивайтесь, сзади охранник какой-то. И выезжаем! Спасибо всем департаментам огромное. Сегодня мы все сделали. До завтра.